Привет всем, добро пожаловать на обзор Volkswagen New Beetle 1998 года выпуска. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Давайте не будем терять времени и начнем. Огромные двери, двухцветный интерьер, матерчатая обивка и кожаная обивка. Ступенчатая механическая коробка передач. Этот автомобиль имеет пробег 127 898 километров. Габаритные огни, противотуманки. Аварийную сигнализацию включим. Откроем капот. Автоматические стекла. Двигатель четырехцилиндровый. 2 литра. 116 лошадиных сил. Шестнадцатидюймовые диски с размерностью шин 205 на 55, с дисковыми тормозами. Электрорегулированные зеркала, стекла, центральный замок. Полностью с механическими регулировками водительское сиденье. Давайте послушаем звучание. Климат-контроль с различными зонами, кондиционер, рециркуляция, розетка, пятиступенчатая механическая коробка передач задняя, розетка на 12 вольт. Руль регулируется только по наклону, по вылету он не регулируется. Горловина бензобака и непосредственно багажное отделение.
На этом обзор Volkswagen New Beetle 1998 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи и до встречи в следующий раз.